Я сегодня хочу рассказать вам о книгах, которые всем людям точно нужно читать, особенно в современных реалиях. Это большие романы, которые очень системно осмысляют все, что происходит в современной культуре, в современном обществе, и пытаются понять Россию. Это равносильные между собой книги, они все очень похожи, как раз тем, что они системно осмысляют все процессы, но при этом авторы очень разные, и они пишут в разном формате, в разном жанре, каждый выберет что-то свое. Первая книга, конечно, «Венерин волос» у Михаила Шишкина. Интересный роман в интересном формате, то есть это формат допросов и формат разных писем, где много людей пытаются понять, что происходит внутри них и что происходит в их стране. Она производит очень сильное и очень мощное впечатление вот своим как раз-таки форматом, ну то есть жанром допросов. Сюжет выделить сложно, как и в любом современном романе, современном русском романе, но сюжет какой-то единый прослеживается, несколько сюжетных линий. Вторая книга – это Леонид Изюфович и «Зимняя дорога». «Зимняя дорога» пытается осмыслить не конкретный какой-то исторический пласт, ну, то есть там вам расскажут про красных и белых генералов во времена Гражданской войны, но вы сможете как-то иначе взглянуть на любые исторические реалии, ну, то есть то, что происходит в России. Изюфович очень тщательно работает над своими книгами, он долго сидит в архивах, он поднимает какие-то там закрытые секретные документы, что можно будет вот прочитать только в его книгах. Дневники этих генералов. Художественную литературу важно читать, на мой взгляд, потому что это колоссально расширяет ваш опыт. Культурный какой-то, может быть, философский, социальный опыт. Вы получаете гораздо большее представление о жизни, нежели вот вы идете просто на улицу.